Дым над Кизляром оказался туманом. Сегодня утром в сети интернет появилось видео, на котором город окутал густой дым. В воздухе, по словам очевидцев, чувствовался едкий запах гари. Позже выяснилось, что между селами Хив и Чувек Хивского района и городом Кизляром загорелся мусорный полигон. Но в администрации Кизляра утверждают, что картина значительно приукрашена. На деле задымление без открытого горения присутствовало. Но то, что мы наблюдаем на видео – природное явление, именуемое туманом. Задымление показалось очень густым из-за того, что в это же время, под утро, температура понизилась до минус 1 градуса. И вот этот дым с полигона, который накрыл часть города, смешался с густым туманом. Но как только туман рассеялся, сразу стало заметно, что дым не настолько густой. Тем временем на месте задымления работают сотрудники МЧС.